Знаете, есть люди, которые ищут металлолом в земле, но чтобы потом сдать на деньги. Есть такие, которые ищут разные древности и монет. А есть люди, которые ищут поезда. Да-да, вы правильно поняли, огромные старые локомотивы. Вот в реке Оретти, это у нас регион Саутленда, Новая Зеландия, недалеко от города Ламсден обнаружили сразу два локомотива 5 класса образца 1885 года. Замечу, первый подняли в январе этого года, а второй вот совсем недавно, 28 февраля. Но возникает логичный вопрос, как они там оказались? Читал на некоторых форумах, что это было крушение, и потом все оставили так, ну и все такое. Было очень много разных версий. Но вот когда смотришь на локомотивы, то видно, что они как бы практически целые. Вот почему-то я думаю, что после крушения локомотив выглядит не совсем так, правда? Долго искал, но нашел, как все было на самом деле. Эти локомотивы пытаются поднять уже 6 лет. Но болотистость грунта, нехватка специальной техники тормозили работу. Сразу было потрачено около 50 тысяч долларов только на подготовку. Оказалось, что в котлы локомотива попал ил, грязь. Весом примерно в 10 тонн, а вот сам локомотив весит больше 20 тонн, каждый. И общий вес локомотива с грязью это примерно 34 тонны. Работники просто боялись, что от такого веса и усталости металла, ну, при подъеме локомотива, тот может просто сложиться пополам. Пришлось долго рубить корни и вымывать ил с помощью воды. Были моменты, что казалось, что ничего не получится, так говорит председатель правления города Ламсден Джон Киттер. Но вернемся к тому, как два локомотива в хорошем состоянии попали в реку. Все было в 1927 году. Их решили просто списать из-за возраста. Но после Первой мировой цены на металл сильно упали. Металл валялся везде, он был никому не нужен. По этой причине издавать на металл локомотивы было невыгодно. Очень затратно, еще и должен останешься. И их просто решили затопить в реке, сделать, так сказать, такую дамбу. Вот такая вот история. Замечу, когда их уже чуток отмыли и поднимали, на одном даже вращались колеса. Это придает уверенность, что локомотивы можно полностью восстановить. До вот такого вот состояния. Так что власти приняли решение. Один поставить как памятник возле ЖД-участка в городе Ламсден, а другой будут реставрировать. Такие два красавца вызвали немалый поток туристов. Город заработает. Хотя вот я почему-то думаю, что у нас бы пошли на металлолом. Сейчас это точно выгодно. Но может я ошибаюсь, как вы думаете? Да, друзья, если не сложно, напишите вот только честно. Как вам данный ролик по 10-бальной системе? Было интересно или не очень?